Наурыз – один из самых древних праздников на Земле и отмечается как торжество весны и обновление природы. В этой связи уйгурское этнокультурное объединение по Жамбылской области организовало мероприятие «Кош келдин эз Наурыз». Основной целью празднования данного мероприятия является возрождение духовного и исторического сознания, укрепление ценностей, а также поддержка и популяризация традиционной идеологии, сложившейся ранее по празднованию Наурыза. Желаю процветания всем народам, единства, мира и согласия. Мы все казахстанцы с особым трепетом относимся к этому празднику. Это праздник, объединяющий народы. С праздником Наурыз вас! Вот и в этот раз гостей и участников праздника ожидала разнообразная и интересная программа, в том числе приготовление плова на 700 человек, конкурс бауырсаков и праздничный концерт. Наурыз өткізіп атырмыз. Алдыңғы жыл, жыл сайын біз сол тұрғындарына біз наурыз істеп береміз. Из года в год мы отмечаем этот праздник. Наша цель – всех сплотить, показать наше добродушие. Желаю счастья, благополучия, мирного неба над головой. Наурыз не только является государственным праздником Казахстана, но и признан ООН в качестве международного праздника. Наурыз отмечают во всех странах Средней Азии, а также Грузии, Индии, Иране, Китае, Турции и многих других странах по всему миру. Алтын Шонгараева, Руслан Сандыбаев, Айхан Ахпарат.